И другим новостям. На улицах Лондона появился народный полицейский Льюис Дидиаре. Быстрый, хотя ездит на велосипеде, храбрый и абсолютно безжалостный к нарушителям правил дорожного движения. Он называет себя велошерифом, защитником двухколесных собратьев от произвола водителей. К слову, британская столица считается одной из самых опасных для велосипедистов. Сам Льюис выехал на тропу войны после того, как его сбила машина в самом центре Лондона. Придя в себя, 50-летний отец семейства купил велосипед покрепче и видеокамеру и поехал наводить порядок. Почему я показываю именно красную карточку? Потому что многие водители смотрят футбол, они прекрасно знают, в каких случаях и кому во время матча показывают красную карточку. Больше всего народный страж воюет с таксистами и водителями грузовиков. Они действительно частенько притирают велосипедистов, а уступить дорогу педальному транспорту считают ниже своего достоинства. Нас часто прижимают к бордюру и сигналят еще. А по правилам водитель должен держаться вот на этой дистанции. На практике она в два раза меньше. Сегодня лондонская полиция, конечно, принимает от Льюиса видеосвидетельство нарушений, но этим дело и заканчивается. Выписать штраф или лишить прав можно лишь в том случае, если за руку нарушителя поймал страж порядка или когда нарушение фиксирует полицейская камера. Поэтому пока встречи с нарушителями велошериф выкладывает в интернет. И неизвестно, что страшнее – заплатить штраф или попасть на виртуальную доску позора. Тем более, что примеру народного полицейского стали следовать многие лондонцы. Благо, у каждого третьего велосипедиста сегодня на шлеме видеорегистратор.